космический лифт найдется возможность такие трубки построить, что на разрыв будет там порядка 120 гигапаскалей и промышленную длину наращивать. Но тогда не нужны станут ракетоносители. Такое решение, которое перевернет всю космонавтику. Я надеюсь, что эта конференция тоже даст определенный толчок. Они ведь заранее все равно не знают, во что это врубится. Или все-таки каждый думает о том, что он что-то вот к чему-то стремится заранее. Конечно, люди нацелены на кого-то чего-то интересует. Значит, представление о том, что нанотрубки можно использовать в качестве основы космического лифта, основано на экспериментах и расчетах прочности нанотрубок, которые достигают терапаскалей. Эти расчеты и эксперименты основаны на представлении о бездефектной структуре нанотрубок. Значит, такую прочность имеют бездефектные трубки, в то время как экспериментально установлено, что среднее расстояние между дефектами нанотрубок составляет микроны. Это значит, что нанотрубки длиннее микрона имеют прочность не терапаскали, а десятки гигапаскалей, чего недостаточно для создания вот этого лифта. Поэтому открытие и создание нанотрубок не меняет отношение человечества к проблеме космического лифта. Я не говорю, что это никогда ничего невозможно. Я говорю, что сейчас вот физические соображения показывают, что имеются термодинамически непреодолимые трудности, которые я не знаю лично, как преодолеть. Может быть, кто-то знает.